Всем приветики! Меня зовут Като, и сегодня я покажу вам волосы хамелеон. Для того, чтобы ваши волосы меняли цвет, как у хамелеона, вам понадобится вот такой вот наборчик красителей от бренда Pravana. Он называется Vivid Smooth Color. И, дорогие, я очень-очень долго его хотела и очень долго его ждала, потому что, к сожалению, в России его купить нельзя. Мы заказывали его из Штатов. И у меня для вас классная новость. Мы разыграем один такой наборчик, поэтому смотрите наше видео до конца. Давайте посмотрим, что же входит в этот набор. Во-первых, хочу отметить, что у них очень классная упаковка. Я обожаю все блестящее, все переливающееся. И, в общем, оформление у Pravana, как всегда, на высшем уровне. Итак, первое, что я здесь вижу, это губочка. Губка нужна будет нам для нанесения. Дальше у нас идет здесь крем-активатор. Один тюбик получается. Здесь 100 мл. И в комплекте у них еще идут вот такие вот картонные ложечки, чтобы удобно было доставать краситель, получается, из упаковочки. И 4 разных цвета. Что у нас здесь есть? У нас есть темно-серый, который будет у вас становиться таким прозрачно-серебряным. Дальше зеленый, который переходит в желтый. Тропический персик, который также будет становиться серебряно-серым. И фиолетовый, который переходит в розовый. Вот такой вот у нас наборчик. Берем ложечку. Она у них вот так аккуратненько складывается. Такая милая, не могу. Дальше мы берем наш пигмент, открываем. И аккуратненько ложечкой достаем. Пигмент здесь будет идти, как вы видите, оп, много взяла, таким вот порошочком волшебный. Насыпали порошок, ложечку пока там оставлю. И дальше мы берем крем-активатор. Пропорции смешивания в данном случае будут 1:3. Выдавливаем его. И осталось их смешать. Такие там прям, знаете, сейчас постараюсь вам показать, чтобы было видно. Здесь порошочек у нас идет комочками. Начиная смешивать, у нас смесь получается такая кремообразная. И уже сейчас, по моим ощущениям, на кисточке она такая прям маслянистая. Хорошенечко все это вымешивайте, чтобы не было комочков, и она готова к нанесению. И еще один очень важный момент. Эти красители подходят для тех, кто не готов красить свои волосы на постоянной основе. Эти пигменты смоются с ваших волос сразу же после первой помывки головы. Вот наш сегодняшний подопытный. Мы предварительно уже здесь помыли голову и практически полностью их высушили, но все равно волосы оставили чуть влажные. Мы отделили секцию на затылке и решили показать вам два самых ярких цвета. Переход из фиолетового в розовый и переход от зеленого к желтому. То есть самые сочные оттеночки мы выбрали и делим наш затылочек на две части. Я буду брать тонкие пряди, чтобы лучше проработать их цветом. Отделяем первый наш проборчик. И волосы у нас уже немножечко подсохли, а сейчас мы будем его дополнительно увлажнять. И использовать мы будем для этого наш пульверизатор. Для удобства я буду использовать планшетик. Берем нашу прядочку, подкладываем под нее планшеточку. И дальше мы берем губочку, спонжик, который у нас идет в комплекте, и промакиваем ее в краситель. И начинаем прям губочкой потихонечку наносить, как бы припечатывая продукт в волосы. Прям вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. И прорабатываем так каждую нашу прядочку. Смотрим, чтобы мы нигде ничего не наследили, не оставили пятнышко, чтобы все волосы были... Не могу сказать, что это краска, буду называть это продуктом. Вот в мисочке он был фиолетовый, сейчас пока наносила, видимо, руками смесь разогрела, и розовый уже немножечко начинает проявляться. Проработали правую часть, закончили, получается, с фиолетово-розовым оттенком. Очень волнительный для меня происходит процесс. Оставляем, приступаем к зеленому. В комплекте у нас идет всего одна губочка, и сейчас я старательно пытаюсь ее отмыть. Нужно сказать, что вот этот вот продукт, который у нас здесь идет, он идет прям на масляной основе, и в воде прям видно, они прям как капельки жира такие выступают. И что здорово, вот сейчас я включила холодную воду,
И губочка у нас получается фиолетового цвета. Сейчас я поменяю на горячую воду. И она прямо на глазах у меня... Вот, и перчатки прозовели, видите? И прям выжимаю, выдавливаю из губки. И у нас получается розовый цвет. Губка отмывается очень тяжело за счет вот этой маслянистой текстуры. Она вот прям, краситель застревает внутри. Поэтому очень важно хорошенько-хорошенечко ее промыть, чтобы он не отпечатался у нас на следующем свете. Приступаем ко второй стороне. Точно так же я отделяю секцию, чтобы она у нас была не жирненькая, не толстенькая. И, дорогие, не забываем увлажнять наши прядочки. Набираем продукт на нашу губочку. И отпечатываем его на волосы через планшетик. Какой красивый зеленый. Все, мне уже нравится. Можно даже без желтого. Мне уже нравится зеленый. Нужно отметить, что губка очень мягенькая, удобная в нанесении. Но очень-очень непривычно работать губкой, а не кисточкой. Не жадничайте продукта. Волосы нужно прям хорошенечко-хорошенечко пропитать. Мы закончили с нанесением второй стороны. И теперь нам не нужно никакого ни время выдержки, не нужно ничего смывать. Мы просто берем фен и сушим наши волосы. Фен и потоки воздуха мы направляем вдоль волос по направлению нашей кутикулы. Ручками немножечко это все расправляем, чтобы волосы у нас побыстрее подсохли. И уже после того, как мы убрали лишнюю влагу, мы приступаем к сушке на брашинг. Брашинг берите специально большого диаметра, чтобы не снимать много продукта на расческу, а просто чтобы высушить наши волосы. Пока мы сушили феном, у нас совершенно другие оттеночки появились. Это уже маленькая магия произошла. И теперь нам нужно оставить наши волосы и подождать, пока цвет начнет себя проявлять. Вот на кончиках видно, фиолетовый уже возвращается. Прошло 15 минут. Наш зеленый снова стал зеленый, фиолетовый снова стал фиолетовый. И вот вам немножечко магии. Волосы действительно хамелеон и меняют цвет от тепла. Дорогие, хочу признаться, я очень долго ждала этот набор. Я когда увидела на официальном сайте, что появилась такая вот новиночка, я нашла возможность заказать. Я очень долго ждала доставку. И я прям, честно сказать, с трепетом шла получать свои вот эти вот наборчики. И сегодня для меня такой прям прекрасный день, потому что, признаюсь, я в восторге от этой новиночки, от той возможности, которую для нас сделала Прована. Во-первых, это классно, потому что вы можете изменить себе цвет волос, при этом не покрасить их. То есть здесь идет особенность в том, что вы можете просто помыть голову, и у вас волосы вернутся в прежний цвет, которым они, собственно, и были у вас до окрашивания. Поэтому это абсолютно безопасно для ваших волос. То есть можно покрасить себе волосы на один день. Во-вторых, у меня уже, ну не знаю, много лет практики, опыта, и когда бренд выпускает какую-то такую классную новиночку, новшество, это всегда приятно. Очень классная возможность, что с этим наборчиком после окрашивания вы можете менять цвет волос, если вы просто вышли на улицу или вы просто берете свои волосы и согреваете, разогреваете их, получается, в ладонях своих, они поменяют цвет. Ну, не знаю, лично для меня это просто магия какая-то, и, в общем, я в восторге. И у меня для вас классная новость. Мы решили разыграть для вас один набор для участия в нашем конкурсе. Вам необходимо подписаться на мой канал, разумеется, поставить лайк этому видео и оставить внизу комментарий. Победителя мы выберем случайным образом 14 января. Дорогие, всем удачи! Спасибо вам за просмотр. Меняйтесь, улыбайтесь! Лысая башка, дай пирожка.